буквально пару минут на практику. Наверняка вопросов много. Есть такое прекрасное понятие, как эмпатия. Как нам повышать и рождать во время беседы с заказчиками или со своими разработчиками эмпатию? Но я бы сказал, что одномоментно быстро повысить это не получится, нужно постоянно тренироваться. Вот. Best practice какие-то есть? Ну, сейчас вот, не знаю, знакомиться на мероприятии, массовые мероприятия — это отличный кейс для того, чтобы это развивать. У нас есть возможности знакомиться, общаться, узнавать, что кому дорого, у какие проблемы, поделиться своими, получить какие-то знания новые, практики. И это отличный момент будет не просто вот теми интровертами, а практиковать эту самую эмпатию. Спасибо. Итак, каждый день. Ну что, никто еще не проходил интервью с заказчиком в сервисной компании? Проходили. Какие у вас? Какие у меня, да. Ощущения. Ощущения у меня вот такие вот. А что делать, если между вами и заказчиком существует еще одна прослойка? Существует еще один какой-то промежуточный менеджер, с которым вы, ну, в обычной жизни не взаимодействуете? Менеджер не из той же компании. Не из той же компании. То есть еще какой-то... То есть когда вас еще так что-то не подают? Да. Вот, что тогда? И как тогда делать? А в чем изменение, собственно? Интервью будет с ним, интервью будет в следующем этапе? Интервью происходит на время. Если один заказчик, приходит менеджер от нас, приходит менеджер-посредник, и все мы вместе, то есть получается, как минимум втроем, разговариваем с одним заказчиком. Вот. При этом как бы у менеджеров разное видение вообще вопросов. Ну, нанимает-то один? Нанимает-то один, да. Но рассказывает ему о, так сказать, кандидате двое. Вот. В нашем случае вызвало сильные проблемы. Да. А получилось в итоге? Ну, получилось, получилось, но это заняло полгода. Собрать команду необходимо, да? Да. Ну, тут вопрос, можем ли мы влиять вообще на ту организацию, тот подход, который они используют. Если им так удобно работать, в данной ситуации мы можем только подстроиться под это и готовиться, понимать. Тем более, если мы долго подбирали, полгода собирали команду, то, в принципе, понять, что они за люди, что им важно, что им не важно, и как они себя ведут на беседах, мы могли после там, второго, третьего, да, интервью, и уже там пытаться вооружившись этим знанием готовиться специально. Окей. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я думаю, что прекрасный доклад, ты его многих вопросов. Ну, последний. Если сразу же как подошел кандидат, есть какие-то способы узнать, можно там что-то, почему не так? Да, писать письма, спрашивать в том канале коммуникации, который... Ну, если это не совсем новый заказчик, да, то, чем если до интервью дошло, то у него же интерес какой-то работы с вами был, и есть налаженный канал коммуникации, использовать его и прямо спрашивать. Ну, мы всегда так делали, чаще нам, конечно, отвечают. Спасибо большое, Андрей, и поблагодарю.